В 2021 году на присуждение именной стипендии главы Ленинского городского округа претендовали 120 учащихся образовательных учреждений муниципалитета. Ежегодная церемония, она проводится в преддверии Нового года. Мы действительно чествуем одаренных детей в области науки, искусства, спорта, физической культуры. И претендентов очень много. И конкурсной комиссии приходится нелегко выбрать действительно самых лучших ребят. Среди победителей именной стипендии главы Ленинского городского округа учащиеся Видновской школы искусств Маргарита Гаспарян. Я участвовала в международном конкурсе, в районных конкурсах, в школьных. Я репетирую иногда дома с преподавателем. Помимо Маргариты, от Видновской школы искусств на премию главы были выдвинуты еще 9 ребят. Все остальные детки, они также достойные, они очень талантливые, очень творческие, проявили определенные достижения, победители международных, областных, профессиональных конкурсов. Воспитанница центра «Дельфин» Виктория Таранникова 4 года занимается плаванием. Недавно выполнила первый взрослый разряд и стала победительницей областных и всероссийских соревнований. За этот год вот эти 7 медалей, тут не все, это кубок Евгения Рылова, олимпийского чемпиона. Ну тут по Москве, остальные по Московской области. Вот. А почему ты выбрала именно вот этот вид спорта? Ну, не знаю, у меня мама России, призер России и тренер по плаванию, поэтому... Династия. Да. Премия присуждалась по 4 номинациям. Это образование и наука, культура и искусство, спорт и творческие коллективы. Победители и призеры конкурсов и соревнований международного и всероссийского уровня. Вы видите, сегодня это живое подтверждение. 31 стипендиат премии главы Ленинского округа, да, и 2 губернаторская премия. Они совсем молодые, но светлые, и у них впереди, не сомневаюсь, у каждого очень большое такое вот по-настоящему яркое будущее. На церемонии, которая прошла в Видновской детской школе искусств, наградили и 2 обладателей именной стипендии губернатора Московской области. Один из лауреатов премии – Дмитрий Лепетюха, учащийся Видновского художественно-технического лицея. Дима учится у нас с 5 класса, он сейчас 9-классник. Просто парень золотой. Характер замечательный, способности у него по общеобразовательным предметам хорошие, он учится всегда хорошо. Но почему они к нам перешли из другой школы? Потому что у парня явный талант к изобразительному искусству и декоративно-прикладному. Несмотря на свой юный возраст, все лауреаты успели внести свой вклад в копилку достижений Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.